По меньшей мере 4 человека погибли в результате 2 мощных взрывов, прогремевших в гостинице «Суис Ин» в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте. В числе погибших 3 полицейских и джихадист. По сообщениям местных СМИ, первый теракт устроил террорист-смертник. Он привел в действие взрывное устройство в машине, припаркованной рядом с отелем. Второй взрыв произошел спустя 10 минут, и его подробности пока не сообщаются. Известно, что в «Суис Ин» проживали судьи, наблюдавшие за ходом парламентских выборов в Египте. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял.